Попьем сок. Сочный. Покажи. А? А я же показывал, зачем? У вас покупки это все показывают. Я понимаю. Те, которые мы не смотрели. Ой. Как не смотрели? Не может быть такого. Я вообще считаю, что я считаю по-другому. Не хочу. В следующий раз с мармеладкой. Прохладный сачок. Сок. Сок сочный. Ну и название. Угу. Сочный. Он сочный. Так и есть сочный. Так. Прохладный. Из холодильника, да? Да. Холодильник хорошо работает. Лучше, чем, наверное, был. Ставь лайк, если любишь сок. Манго, да? А, тут мультифрукт. А, тут еще есть вот это. Как их зовут-то? Ну, вот эти вот духи, которые...
Где она? Вот. Это личи? Да, личи, личи. Не знаю. Но нарисовано, что есть. Я не знаю, вообще. Мультифруктовый, апельсиновый, ананасовый, манго, пассифлоры, гуавы, банана, лимона, лайма, киви и личи. Еще личи. Угу. Да. Сейчас это чуть-чуть. Да. Смешали, получили мультифрукт. Называется сочный. Да. Ладно, чем больше, тем лучше. Конечно. Надо всегда желать хорошо. Ой, вкусный сачок. После еды хорошо. Прохладненький. Не, он не прохладненький, а холодный. -2 градуса. Да? Можно с -3. Сок сочный. Беларусь. Объем 1 литр. В основе этой картонной упаковки древесина, возобновляемый природный ресурс. Это хорошо. Да. Из этой упаковки делают еще упаковку. Да? Нет. Сколько деревьев срубили, да. Сколько сделали таких упаковок, столько деревьев посадили. А, вот как. Угу. А эта упаковка куда? Печку? Переработали. У
вкуснятина. Для всей семьи. Ага. Литра мало, надо целую бочку. Да. Для всей семьи, а пьет один человек. Я, да. Хорошо. Вкусненько. Ладно, еще соберется. Допью. У меня раз предложение. Потом скажу. Да, потом. Вне кадра. Да. Ну все, дорогие мои подписчики. Потому вот такой мукбанг. А планы не разглашаются. С соком. Фу. Ой, все. До следующего мукбанга.